в связи между товарищами, можно не видеть их недостатки, но достоинства. Да. Так в чем различие здесь? Потому что в недостатках их у меня есть причина обратиться к Творцу, когда я обнаруживаю их недостаток. Ну зачем тебе видеть их недостаток? Лучше, если ты видишь их всех великими, всех успешными, всех соединенными, и ты сердцем и душой тоже хочешь соединиться с ними. И тогда твой вопрос, твоя проблема. Но если я не вижу изъянов в связи между нами, как бы мне обращаться к Творцу? Не волнуйся. Тогда, когда ты стремишься только к тому, чтобы видеть их в замечательных связях между собой, ты тоже, Творец, портит это. Он всегда раскроет вам еще и еще постепенно дополнительное желание получать.